все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Так, можно бегать по стенам. Ну, окей. Будем знать. Поднявшись на вершину, кот-паук разглядел свою цель – вторую охранную вышку. Это ты про себя что-то вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Диким зверем. Так, нужно подняться наверх, вот сюда. Можно настроить эти вышки делаем. Не только на преступление. Ну давай, 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 давай. Чуток поменьше. Во! Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Это какой-то значок у нас рюкзака. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот сюда. Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Дофига. Да. Меню с нашего первого свидания с МДжей. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Это самое главное. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Да хватит! Ой, треснул все-таки, да? На! Ну чё? Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Я об этом пожалею, человек! Ну, плюс еще один жетончик получаем, плюс получаем опыт. Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайна-тауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. В память о копе-пауке безвременно. Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Итак, с вышками здесь у нас вообще никаких проблем нет. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так, да. Все, теперь у нас все вышки активированы, ну, в этом районе. Новый уровень. Больше урон в рукопашке.
Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Да хорош тебе. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Ну и? Ну куда нам? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Замечательно. Так, на самом деле мы с вами можем прокачать очередные навыки. Увеличение длительности интервалов идеального уклонения и паутинной контратаки. Да, давайте прокачаем. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Ну и вышками. Почему нет, да? Это первая вышка в районе Гринвич. Крутяк. Так. Еще одна. Ну там, в принципе, недалеко, но я думаю, все-таки мы с вами сейчас рванем к заданию. Да давай, блин, выберись ты отсюда. Так, стоп, 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 стоп. Где? А, вот здесь. Итак, что это у нас? Селфи. Мой страх высоты не пропал с обретением сил. Пришлось карабкаться на небоскреб, чтобы преодолеть его. Красавчик. Так. Хотя, вы знаете, может быть и стоит нам заглянуть на эту вышку. Потому что здесь это все рядом. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давай вот сюда подымаемся. Это очередная вышка Гринвич. Так, чутка поменьше. Все, let's go! Блин. Так. Дело у нас, кстати говоря, движется уже к закату. Надо поторапливаться. Починим с вами костюмчик и снова будем заниматься взрослыми делами. Так, замечательно. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Так, мы с вами можем опять, я так понимаю, зарабатывать очки опыта. Так, да, у нас доступны новые задания. Ну, давайте одно выполним. Интересно. Вычисление дока по системе пространственного отображения. Хотя, подожди. Делаем, наверное, вот так. Так, здесь. Что за бред? Тогда не вот так. Тогда делаем немного по-другому. Да, как-то вот так. Так, раз, два. Ага, ну и все. Круто. Руки теперь будут ощущать окружение. Это поможет не повредить тело. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Мы больше не будем выполнять распоряжение комиссии, мы пойдем своим путем. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука.
Даже больше. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, да что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Так, теперь мы можем использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. Вот у нас есть такой вариант. Здесь у нас костюм дает боевую концентрацию. Так, функция. Можно выбрать несколько функций. Это прикольно. Так, модификация. Они повышают эффективность систем в определенных ситуациях. Можно выбрать до 3 модификаций. Должно сработать. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я. Крутяк. Снова новый уровень. Так, нужно тогда сразу смотреть навыки. Что у нас тут? Замедление времени. Здесь. Давайте будем захватывать и бросать оплетенных врагов. Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Да, конечно, сейчас мы с вами разберемся. Итак, вот, кстати говоря, уже стройплощадка. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха,
Док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Так, поглядим. Ударная паутина. Давайте изготовим. Прикольно. Так, нужно использовать жетоны и детали для получения доступа к новым гаджетам. С помощью жетонов сможем прокачивать. Окей. Ух ты! Похоже, может сработать. Давай попробуем. Так, ударная паутина. Шикарно. Шикарно! Доку понравится! Блин. Одновременно сказали. Уверен, что Человек-паук победил. Ничего еще не закончил. Кто-нибудь слышал? Барабаньки. Бай-бай. Так, нам сюда. Хватало только армии человека. Так, еще один. Пока. Включаем. Вы тут новички. Так что запомните правило номер один. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никогда. У босса строгий порядок. Подходи, 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 подходи. Он не любит задержек. Был... Черт, как он сюда пролез? Замечательно. Так, давай попробуем вот теперь вот с этими разобраться. Ой, подожди, он смотрит еще наверх. Вот в чем прикол. Так, ладно. Давай, давай, иди, иди, иди. Кто бы ты ни... А вы так ничего и не поняли. Так, замечательно. Блин, все что ли? Это фигня. Это фигня. Давай, заходи, заходи, заходи туда. Кто-нибудь из... О, нет! Он здесь! Да кто здесь-то? Никого тут нет. Ну и все. Эй, вас кто-нибудь ищет? Сладких снов. Позови Эрика с ребятами. Тут крыса. Блин, правда, кого-то они собрались там звать. Да. Давай сюда. Тут все просто. А, все что ли? Ну а как это вы успели-то? Запалить меня? Твари. О, это мой вариант. Уходим. Блин. Молодец. Своего ударил. Подходи, налетай. Еще парни. Красавчики. И полетел. Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Ну? Ну что, до соточки по комбо дойдем? Давай, где еще? Где еще? Где еще? Все что ли? Ну и что у нас? Ваш новый костюм обладает специальной функцией. Так. Эта функция у нас генерит концентрацию. Давай посмотрим. Ну что, вроде бы неплохо. Кажется, они позвали друзей. Вот только обидно, конечно, что они нам прервали серию. Ой. Давай сюда. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Хорош. Вот тебе! Что мне? Достали все-таки? Ну что у нас там? Давай. Сейчас.
Предлагаю остаться добровольно. Нет? Да я нифига не видел. Нарываешься? Ну где еще? Где еще? Где еще? Сюда бегом. Офигеть. Нет, не то. Прижмите его к земле. Пошла граната. Отлично. Еще. Получается. Давай, 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 давай. Ну что у нас там? Еще один тут. Все, что ли? Тайник Фиска. Это задание пройдено. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Да, работа неплохая. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать.